только что попал сюда снаряд из миномета. Украинская армия находится вот тут за дорогой. Вот сейчас за моей спиной фура, которая была обстреляна украинской армией, попал миномет, взорвался, и вот так вот водитель погиб. Ну, нормальные люди будут отдавать приказы стрелять по жилым домам, а? У них же разведка в шоколаде работает. Они знают о скоплении всех отрядов ДНР, ну, бандитов, нас, то бишь нас, вас, бандитов. Почему же они стреляют по жилым домам, а? Любый ты наш президент. За що ж ти вбиваєш наших дітей, внуків? Ми ж такі українці, як і всі. Ми не вороги, ми дуже добрі люди. Миротворчі. За що це ми так страдаємо? Волнуємося, по підвалах ховаємося. Без води, без їди. В нас кожен день оце в голові оці вистріли. Дуже прошу, відповідь нам, за що? Одне єдиний вопрос, питання, за що? Бо це я хотіла б почути. Нет, нет тут. Ребята, нет.